И всем привет, ребята! То есть, привет, бро, меня зовут Дикон. Ну, как бы говорят, Дикон всегда был Диконом. Так вот, ребята, сегодня поставьте сразу лайк под это видео, иначе я вам не скажу, что сегодня будет. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик за 5 секунд, тогда я расскажу, что сегодня вообще будет. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, если вы успели поставить лайк и подписаться, то от меня большой плюсик. Потому что мы сегодня в мире Лунтика, друзья. Да-да-да-да-да. Мы в мире Лунтика, смотрите. Вот я иду сейчас, думаю, такой, к Лунтику надо зайти, но... Вот я к Лунтику иду. Ля-л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 я
Но не стоит к Кузе лучше идти. О, кстати, у них тут песок. Так ля-ля-ля-ля-ля. О, кони-кони, Вич. Ладно, не буду будить. Он сейчас там с ума сойдет. Кто это мне мешает спать? Так, Баба Капа. Лунтик. Баба Капа. Лунтик. Ну, Баба Капа. Ребят, где Баба Капа, интересно? Папа, ай! Что здесь произошло? Мина? Ребята, я что-то не понял. Что здесь произошло? Ой, да нафига мне эта тарелка? Я что-то не понял, кебаб. Ладно. Что это было сейчас, ребята? Вот это дыра вообще. Угу. Баба Капа. О, еще одна штуковина здесь валяется. Ай! Ой. А вот это что такое? Я не понимаю вообще. Вот это надо испытать. Это мне кто-то дал? А, ребята! Вообще-то это я взял, Баба Капа сказала, сделай у меня дома. Там она говорила, дома что-то надо сделать. Вот я подумал, вот это дома надо, блин. Что же я теперь Бабе Капе скажу? Лунтик. Что-то здесь не так, ребят, серьезно. Лунтик, ты дома? Лунтик, ты хотя бы дома? Лунтик. Лунтик, ты здесь? И Лунтика дома нет. Ну, хотя бы у него комнатка целенькая. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Блин, кто там мину поставил? Баба Капа мне сказала. Дикон, возьми эту мину. То есть, что это такое? Она говорила, это игрушка. Говорила, и поиграй с ней. Вот я решил здесь поиграть. Как раз Лунтику предложить. Прямо у нее дома. Думал, Баба Капы нет, а Лунтик должен-то быть. Блин, что ж тебе теперь скажу Бабе Капе? Ай! О, это что? Кто вообще у нее дома мины устанавливает? El Primo es here. А-а-а, ребятки! О, господи! Ай, больно как! Потому что в дереве самом. О, господи, ребята. Мне что-то уже не по себе. Надо выбираться как-нибудь отсюда. На бегемот, пожалуй, прописать можно. Ой, блин, да что же это такое-то там? Я что-то не понимаю. Баба Капа, наверное, расстроится то, что я в ее домике взорвал что-то. Варенье. Хотя бы можно метка у нее взять немного взамен. Нутелла. Варенье, нутелла. О, машина для сахарной ваты. Полезная штуковина. Что это здесь такое? Ребята, ставим лайк все, чтобы я выломал эту дверь. Сейчас я хочу кое-что испытать. Так, ребята, все должно уже быть.
Да, запись идет. В общем, ребятки, у нас здесь... Откуда это появилось? Ну, я думаю, Баба Капа не стала таких паролей выдумывать, сложных прямо, то, наверное, раз, два, три... Не раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Открылось, ребята! Закрываем. Кто это? Привет. Да кто? Ой, Гимот, а то админы увидят. Ребят, админам ни слова и лайк за это. Чё ж, кто это? Ребят, не совсем понимаю, кто это. А чё здесь? Ой, что здесь? Она что, заключённых держит, ребят? Кто это? Смотрите, вот он. Смотрите, вот это кто? Здесь что происходит вообще? Я не понимаю вообще. Ребята, я, кажется, понимаю все это. Смотрите. Ребят, тут это так темно, меня и не видно даже. Привет, Макдональдс, тут продавец даже есть. Что здесь происходит? Во. Сундук только для Бабы Капы. Сундук только для Бабы Капы. А, пароль. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, шесть, восемь, девять. Нет, десять. Ребята! 434 урон! Вау, ребята! Такой... Всех тут сейчас. Так, тебя. Все, ребят. Ой, блин, нехорошо как-то. Ну ладно. Ребята, я хотел Лунтику хорошо сделать. А при этом мне. Я ему сюрприз хотел сделать. То, что ноутбук с собой захватил. Он мечтал вообще поиграть в игры. А при этом мне теперь его дом сюрпризы делает. Или он сам. Кто вообще? Если. Сундук только для Бабы Капы. Значит, этот, она засадила вот этих в клетку, потому что это и есть клетка, смотрите. Вот. И значит, сундук только для Бабы Капы. И она разместила туда то, что ей не принадлежит. Я вообще по новостям слышал, то, что пропал молот. Значит, ребята, выходите отсюда, Баба Капа больше вас не этого... Блин, ребят, меня реально это как-то не очень стало. Человеческое сердце, нож? Ребята, давайте Бабе Капе какие-нибудь таблетки выпишем. А то она совсем тю-тю уже. С катушки слетела. Ну, ребят, понятно, от старости можно все перепутать. В магазине можно печенку с этим сердцем перепутать. Понятно ведь? Ой, господи, Гимот долбанный. Ну, я думаю, я тут все обустрою к приезду Баба Капа. Фу ты. Когда Баба Капа приедет, здесь будет все нормально. И я проведу специальный опрос. Что она делает, ребят? Это нормально? Она мины сама поставила здесь. Заперто. Блин, а где ключи взять? Блин, все, даже деда Шера нет. И Лунтика нет. Давайте, что ли. Не знаю, ребят. Мне это серьезно поразило. Давайте ее в комнату ее еще заглянем. В комнате вроде пока все нормально. Миниган? Ребята, откуда это у нее? Ребята, я миниган конфискую, как вампир, юный вампир, в принципе. Потому что вампирам положено дробовиками пользоваться. Но не каким-то Баба Капом, серьезно. Баба Капа меня просто поразила, то, что у нее в комнате, в печи, миниган лежит. Вот представьте, мультфильм для детей, Лунтик. Я такой смотрю, и там миниган у нее. Серьезно, я пойду. Наверное, а вон они пришли уже. Надо как-нибудь спускаться и техосмотр вести.
Ну или что там с ними будем? Разговаривать. Это не дело. Она сама напросилась этого. Так, вот они где-то здесь. Так, скрываемся, значит. Да. Угу. Так я хочу с вас взять того. Вы должны мне ответить на парочку вопросиков. Поняли? Да. Так. Я вас... Короче, вы там где-нибудь, да? Откуда, баба Капа, милая, у вас молоток этот? Который, ребята, вообще-то... Государством был сделан, запрещено использовать его. Радужный молоток, 434 урона. И что вы на это можете сказать? А то, что у вас человеческое сердце лежит? При этом человеческое, откуда оно у вас? Миниган в печке в вашей комнате? Что вы на это сказать можете? Ой, я могу вас не ругать, но... Кто-то установил в вашем доме мины и взорвалась. Но я отстраивать не буду. Я к Лунтику пришел. И при этом не я Лунтику сделал сюрприз, а он мне сделал сюрприз. Искренние извинения приносите. Ну, короче, я не буду вас на этот раз прощаю, но я пойду к государству, значит, и скажу, что вы просите прощения, ну и до свидули, мне некогда. Я потом загляну, вот вам ноутбук. Все, собирайте, Лунтика, мечта исполнилась. Фух, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока-пока-пока и удачи! Ой, что-то я Корнею здесь намутил. Ладно, всем пока-пока. Лунтику я в следующий раз все-таки сделаю подарок, конфетку вон там увидите. Но этот золотой молоток я отдам государству. Этот золотой молоток никому не использовать. Так что всем пока-пока, АДС, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, боже мой. И всем пока! Лунтик, пока! Так, а это что здесь такое? Это черепа? Ну, ребят, тайны мы потом раскроем. А сейчас я побежал к государству. Прибам-бам-бам-бам. Прибам. Всем пока!